Добро пожаловать в захватывающее путешествие в историю, где каменные стены говорят языком веков и воскрешают духовные святыни прямо в самом сердце Баку. Забытый великолепный собор Александра Невского, который в свое время возвышался как самый крупный на Закавказье и второй по величине в Российской империи, ушел в прошлое. Но в этом захватывающем путешествии он восстает из пепла, оставляя свой след в современной душе Баку. Эпоха нефтяного бума в 70-х годах 19 века стала не только временем перемен, но и вызовов. Требовалось большое количество рабочего люда, в том числе и православного. Собор святого Николая Чудотворца в Чаришахаре слева за двойными воротами уже был священным местом. Однако в праздничные дни он становился тесным для всех, кто стремился прикоснуться к святым обрядам. И тогда, в 1879 году, началась подписка на строительство нового собора, запечатлевшая начало уникальной главы в истории города. Инициативные прихожане обращались к главнокомандующему князю Дундукову Корсакову, мечтая о своем месте для нового храма. Борьба за идеальное место под собор поднялась на новый уровень в 80-х годах. Старое мусульманское кладбище, предложенное для строительства, было запретной зоной для православных. Дума высказывала свои сомнения, предлагая другие варианты, но православные настаивали. Предложения сменяли друг друга: Театральная площадь, Шамахинская дорога, Вокзальная площадь. Каждое предложение вызывало протесты и неодобрение. Так шло время, пока не пришла идея разместить собор на Кулебякинской площади. Но и эта мечта была отброшена из-за маленькой территории. В 1883 году, когда прибывал в Баку архиепископ Павел, наконец-то было утверждено место для будущего собора. И в 1885 году, после долгих столкновений и усилий, ходатайство было удовлетворено. Однако, даже после окончательного решения построить собор, Баку продолжал ощущать дрожь от раздоров и сомнений. Сердца горожан разделились, ведь строить православный храм на месте старого мусульманского кладбища казалось дерзким предприятием. Верный этой идее журнал «Молла Насреддин» в 1908 году представил карикатуру, где русский городовой с винтовкой в руках выгоняет мусульман от старинных надгробий на фоне величественного собора. Однако весь этот раздор и сомнения исчезли в тот момент, когда 17 марта 1886 года при соборе был учрежден строительный комитет. Вы любите историю, воспоминания и удивительные моменты из прошлого Баку? Канал «Баку. Машина времени» создает невероятные путешествия в прошлое города, раскрывая его уникальные истории. Станьте нашим патроном и помогите нам сохранять и передавать наследие Баку через волшебство времени. Присоединяйтесь сегодня по ссылке в описании и начните свое удивительное путешествие в прошлое Баку. Будем рады вам в команде времени на Patreon. История становится по-настоящему захватывающей, когда на сцену выходит император Александр III. В 1888 году в честь его приезда в Баку состоялась торжественная закладка собора во имя князя Александра Невского. В этот великий день под лучами осеннего солнца в присутствии императорской семьи и знатных гостей стала воплощаться мечта о священном храме. Легенды о том, какой взнос внесли в этот акт благородные души, живут до сих пор. Говорят, что император вложил один золотой, а Зейналабдин Тагиев, благотворитель и предприниматель, налил в котлован целый мешок золотых монет. В 1889 году на углу Спасской и Колюбякинской была построена Александро-Невская часовня с куполом. В том же году возбуждено было ходатайство о пособии со стороны госказначейства, и в 1890 году, согласно указу императора, ходатайство удовлетворили, ассигновав 300 тысяч рублей. Как утверждала народная молва, большие пожертвования были сделаны мусульманами – около 150 тысяч рублей. Во время раскопок под фундаментом собора археологи неожиданно обнаружили множество кюповых или доисламских захоронений. Кюпы – эти загадочные кувшины высотой около 1.5 метра – хранили в себе не только уникальные артефакты, но и тайны древних верований. Сюрпризы продолжались.
когда строители наткнулись на старинные погребения в виде каменных ящиков и могил. Строительство было остановлено. На помощь пришли специалисты из Петербурга. Более полугода изучались таинственные захоронения, а множество артефактов было отправлено в Россию. Проект храма, вмещающего 1700 человек, принадлежал талантливому академику-архитектору Роберту Марфельду. Необыкновенный дизайн был опубликован в 1889 году в журнале «Зодчий». 24 марта 1892 года на помощь пришел Иосиф Гославский, молодой и амбициозный архитектор, всего 26 лет. Полной решимости он взялся за невозможное и завершил строительство с блеском. Это было начало его карьеры в Баку, которая принесла великолепный результат. Чтобы ускорить работы, Гославский ввел инновации – паровой двигатель для каменотесного станка, а также использование пороховых мин для ломки камня в каменоломнях. Все эти меры сократили сроки строительства на полтора года. Собор, увековечивая память благоверного князя Александра Невского, был необычайно величественным – высотой 81 метр с главным венчающим крестом. Он возвышался над городом, как волшебная башня. Его видели даже из далеких пригородов, а капитаны кораблей, приплывающих в порту, сверяли свои курсы по его куполам. Впечатляющий дизайн и величественная высота привлекали внимание не только христиан, но и мусульман. Он стал местом надежды и исцеления для больных, а женщины с проблемами деторождения приходили сюда, искренне веря в чудо. Однако великолепие этого храма не заключалось только в его высоте. Колокола для собора отливались на крупнейшем московском заводе, а бронзовая звонкая симфония была еще богаче за счет добавления серебра и золота. Освящение собора 8 октября 1898 года стало настоящим триумфом. Многолюдная толпа, не различая нации и вероисповедания, наполнили не только собор, но и всю его территорию. Экзарх Грузии приветствовал мусульманскую депутацию, а благотворители, включая Гаджи Зейналабдин Тагиева и Равина Бергера, жертвовали средства на благо города. Тем не менее, в 1936 году волна вандализма унесла этот шедевр архитектуры. В те же годы в Баку были уничтожены крупный католический храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Будаговский собор, несколько более мелких церквей. Мечеть Бибиэйбэт. Снос собора Александра Невского в Баку в 1936 году был частью антирелигиозной кампании, проводившейся в то время в Советском Союзе. Официальная идеология стремилась к исключению религиозных проявлений, и архитектурные памятники веры подверглись уничтожению. Этот акт вандализма внес серьезные изменения в архитектурный облик Баку и утратил ценный объект исторического и религиозного наследия. События тех лет стали частью сложного исторического контекста Советского Союза. Надеюсь, вместе мы воскресили в памяти этот великолепный собор, который был когда-то светилом Баку. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не пропустите наши следующие захватывающие видео.